Перед тем, как начать, наверное, надо, чтобы знать, где у тебя, может быть, есть какие-то проблемы, чтобы это сначала вылечить, и уже потом целиком здоровым подойти к тренировкам, чтобы не было потом никаких осложнений и ухудшений. Перед тренировкой надо обязательно покушать, чтобы были силы на тренировку. Организму неоткуда будет брать силы, и будет он брать из мышц, и от этого пойдут травмы. Отдых важен, чтобы после тренировки организм восстановился, даже можно поспать, отдохнуть. Во сне тело быстрее восстанавливается, лучше себя чувствует. Но я после тренировки иду в разминочный зал, растягиваюсь, и потом иду в бочку с холодной водой, стою там пару минут, и все, и потом отдыхаю дома.